Four. So who has question, who want to ask? Can ask. Бабаджи, у меня такая ситуация, я прихожу бодрая, выспавшаяся, но когда ты начинаешь говорить о глубоких вещах, мой ум начинает меня усыплять. Бабаджи, I have a situation that I come here very fresh, no sleepy, but when you start talking about deep things, my mind is very relaxing. Я понимаю, что бороться с этим бесполезно, ну, сам с собой бороться бесполезно. Говорить свой ум мне не мешать, я тоже не могу. Ну, я не знаю, что с этим делать. Наблюдатель пока у меня не выходит, чтобы как-то это контролировать или что-то с этим делать. Yes, and she's going, she wants to sleep, and this watcher is not strong enough now. Даже сидит здесь. Even she is sitting with open eyes and very sleepy. Say again, full question. When she comes here in the morning to satsang, she is fresh, not want to sleep, strong. But when you talk, she slow, her mind slowly. Going to relax, and she even when she is sitting with open eyes, she wants to sleep. What was the question? Yeah, боюсь запустить, ну проспать. Я не хочу себя проспать. What to do? She want to hear you, but she don't want to sleep. What to do? She's afraid to sleep here. Вопрос чуть-чуть другой. Когда слышу что-то важное, ум засыпает. Когда важное что-то, ум начинает засыпать. Когда глубокое что-то важное, я начинаю говорить, у меня не хочется. And the question is that especially mind goes to sleep when you speak something deep, something serious. I want to go sleep. На сатсанге, когда вы слушаете мастера, его слова не только слова. Слова — это всего лишь для того, чтобы занять ваш ум. Но под этим, на фоне, происходит излечение, энергетическое излечение. И когда энергия лечит, ум расслабляется. И как ум расслабляется, у вас остается только одно — уснуть. Со многими это происходит. Когда они слушают или медитируют, и как ум расслабляется, становится тихим, да, они внезапно засыпают. Потому что мы знаем, как это работает. Расслабился, уснул. Это нормально. Когда сон приходит в медитации, на сатсанге, this sleep is very different. Это немного другой сон. Different than normal sleep. Это он отличается от обычного сна. This sleep call yog nidra. Этот сон зовется meditative sleep. Сон медитации. And in this sleep, и в этом сне your mind is relaxed, ваш ум расслабляется, but something inside is awake. Но что-то все-таки пробуждено внутри. Many times happen also to people. И очень много происходит так вот с людьми. When they're going in night time in sleep, когда они идут ночью спать, going in bed, в кровать,
They just put one cassette. Они вот ставят там кассету с курсом и слушают сатсанг. Или вот просто медитируют. Или слушают мастера, курс мастера. И засыпают. И точно в тот момент, когда заканчивается кассета, они просыпаются. Они вдруг возвращаются. So it is not right, really sleep. Это на самом деле не тот сон. This your, it is your meditation almost. Это на самом деле медитация в большинстве. So, but before going in meditation, но перед тем, как отправиться meditation в медитацию, like sitting, медитация – это вот когда вы сидите, вы осознаны, и нет ума, нет мыслей. This is meditation. Вот что такое медитация. But we have thoughts, но у нас есть мысли, mind. Ум. So first your mind has to be relaxed. И сначала вот ум должен расслабиться. When your mind is getting relaxed, когда он расслабляется, suddenly you're going to start in sleep, вы начинаете засыпать. And then, и затем, after this sleep, very good healing happens. И во время этого сна очень хорошее излечение происходит. Внезапно ваш ум останавливается. Тот, кто контролирует вот, все время во время дня, он останавливается, и энергия проникает в неосознанное, и излечение происходит. Темноту. Энергия происходит в темноту и очищает темноту. Когда вы заняты, тогда ваша энергия занята в уме. И когда приходит сон, приходит расслабление, даже сон. И после некоторых вот таких опытов, и каждую ночь вы спите, одну треть своей жизни вы проводите во сне. Все спят примерно во 8 часов. Одна треть нашей жизни проходит во сне. Но вы как бы поспали, но как будто бы вы не спали. Сон – это расслабление. Вот 8 часов вы спите. И на самом деле, может быть, вы там несколько часов всего спите крепко. Вот, 2 часа обычно человек очень глубоко спит. А другие 6 часов, там до и после по 3, почти нет сна. Просто сны. И у вас начинаются сны. Они сменяют друг друга. И когда вы видите сны, вы еще на самом деле не в центре сна, вы на периферии. Но каждый опускается в центр, когда спит. Весь мир. Абсолютно каждый. Каждый во сне, вот примерно 2 часа. Кто-то с часу до 3, кто-то с 2 до 4, кто-то с 3 до 5. Ну, 2 часа примерно. И в эти 2 часа, вот сон в эти 2 часа, и делает вас очень расслабленными и свежими. И утром вы просыпаетесь свежими, новенькими, и можете делать вещи, можете жить. И иногда, если кто-то ночью не попадает вот в этот... не трогает центр, не отрагивает центр, не попадает в глубокий сон. Но это происходит автоматически. Это природой устроено так. И если с кем-то это не происходит, и тогда утром они просыпаются не свежие. Как в тумане, нет ясности в голове. Все грязное. Как будто бы наполовину поспал, вроде поспал, вроде нет. Уставший, не свежий. Это значит, этой ночью вы не коснулись центра. Это с каждым происходит. Это хорошо.
continuous. И some many nights cannot touch the center. И если кто-то вот много ночей подряд не может коснуться центра, он может сойти с ума. Sleep giving us very сон дает нам расслабление. Все, что вы, все, что днем происходило с вами, танцы, сражения, стресс какой-либо. Ночью, во сне, когда вы дотрагиваетесь до центра, вы испытываете расслабление. И тогда вы вновь готовы утром быть свежими и живыми. И вот в медитации тоже так происходит. Когда вы отправляетесь в сон, на самом деле вы идете в свой центр. Всегда, когда ум расслаблен, вы всегда движетесь к центру. Ум полностью расслаблен, вы очень центрированы, очень в центре. Это хорошо. И когда вы спите, сон приходит, спите сейчас. И вот когда ваша нужда во сне закончится, вы всю жизнь вы могли неправильно спать, и вам просто нужен сон. Вот тело ваше, оно нуждается в том, чтобы расслабиться. Тело расслабляется, ум расслабляется. И когда они расслаблены, тогда эта нужда во сне просто пройдет. Вы будете в порядке, и тогда ваша медитация будет вот сидя, слушая. And when this, after this sleep, when you listening the master, и вот после этого, когда вы слушаете мастера и его слова, then you really not listening the master. И вы на самом деле уже будете не слушать слова. One hour talking. Один час он говорит, а вы в глубокой тишине внутри. Слова, они как бы вот где-то наверху пролетают, вас не касаются. Вы даже не поняли, что он целый час говорил. Что он говорил два часа. Но вы в глубине. И вот это правильное слушание. Вот это правильное слушание мастера. Правильное. Слова приходят, слова идут. Но когда вы слушаете мастера или кого-то еще, что-либо вы слушаете, и внутри вас случается диалог. Какие-то вычисления, калькуляция. Вот вы думаете, это правильно, это неправильно. Это с этим я согласен, с этим не согласен. You are not listening, really. Вы на самом деле не слушаете. Just you, words by words, просто слова talking, mind to mind. Ум с умом общаются, просто слова летят. Но когда вы правильно слушаете, слова летят очень прямо, и вы не понимаете. Вы не понимаете, что он говорит, потому что вы не в уме. Вас там нет, вы очень глубоко. Вы можете слушать слова только когда вы в уме, в центре ума. Когда вы уходите глубже, когда вы идете в сердце, слова становятся дальше и дальше. Еще глубже, в живот опускаетесь. Слова вообще где-то в облаках остаются, очень далеко. Как будто ничего не происходит. И это медитация. А это правильное слушание. Иногда так происходит с кем-то. Просто закрывают глаза и вообще не знают, что происходит. Но перед этим правильным слушанием придет вот эта часть поспать. Поспите. Когда вы спите, вот это медитативный сон. Йог-нидра. Йога means meditation. Нидра means sleep. Сон йоги, он делает вас очень-очень, энергия проникает глубоко, вы даже не знаете, что происходит. И после этой речи кто-то спрашивает, что с вами происходило, о чем он говорил-то вообще? Я не понимаю, я не уловил. Может, я спал, может, не спал. Ум расслаблен, но глубоко внутри что-то пробуждено. Пробуждение в центре начинается.
И энергия прямиком двигается в центр. Это большое излечение. И это с каждым случается, с тем, кто медитирует. Если это приходит, это окей, это хорошо. Если сон приходит, спите. И иногда тело и ум, когда они излечатся, тело и ум, тогда вы сядете и будете слушать и не слышать. И будете пробуждены, бодрствовать. Будете полностью расслаблены и при этом бодрствующие. Практически без ума. Но бодрствующие, не спящие. И потихонечку это придет. Это для вас следующий стейдж, следующая ступенька. Тогда вы будете наслаждаться медитацией. Это правильное слушание. Когда ты слушаешь, и нет никакого внутреннего диалога. Ум полностью расслаблен. Слова приходят и идут дальше. Так иногда происходит. С вами вы сидите здесь, в тишине. И вдруг птички. Шумят птички, разговаривают. Но ты не слушаете это. Окей, это просто происходит. Вас это не беспокоит. Но если вы в уме, да, то вы будете беспокоиться. Слишком много шумят птицы. Или вот там байк проехал по дороге, машина. Может, вас потревожит. Не будьте ни против чего. Все принимайте. И птиц, и любой шум. Просто принимайте. И когда вы принимаете, вы внезапно будете двигаться еще глубже. Эти вещи все шумят, но вас ничто не касается. У вас есть такое пространство, куда никакой звук не попадает. Оша так делал. У него был сатсанг, и после этого он говорил: бейте быстро барабаны. Очень быстрая музыка, бейте. И кто-то вот сидел очень тихо. А после того, как он сказал: бейте барабаны, и барабаны начинают бить. И этот звук барабанов скажет вам, где вы в этот момент. И неожиданный звук от барабана. И ваше тело может дернуться. Если дернулось, значит, вы пока на периферии. Если вы в центре, ничего не произойдет. Если вы очень в центре, вы даже вообще ничего не услышите. Если вы очень-очень в центре, сейчас барабан прямо около вас может быть ударь. Может, 5 барабанов. Ничего не произойдет. Ничто не может пройти внутри. Вот эта глубина у нас есть. Вот такой глубину вы можете опуститься, где ничто не может пойти с вами, не может достичь этой глубины, только вы. Это медитация. И когда любое беспокойство происходит вокруг вас, да, конечно, когда вы отправляетесь вот на рынок, в маркет, в обычную жизнь, или в семью, возможно, у ваших семьях это не так, но вот в индийских семьях, если вы отправитесь в любую индийскую семью, вы с ума сойдете там. Они все время очень громко разговаривают. И никто друг друга не слышит. Отец с сыном, брат с братом. Все, иногда вообще все разговаривают.
Пять разговаривают друг с другом, и никто не слушает. Никто не слушает друг друга, они просто вот говорят и говорят. Большая драма происходит. Очень часто так в индийских семьях. Сильные эмоции, игра эмоций. И им это нравится. А им очень нравится быть эмоциональными. Тогда они думают, о, тогда действительно что-то происходит. Что-то происходит. А когда все в тишине, ничего ж не происходит. Никого нет. Никакого огня. Может быть, у ваших семьях вы поспокойнее. Может быть, не так много вместе времени проводите. Но в России это тоже есть. Да, в России тоже что-то схожее есть. Вот в азиаты, европейцы поменьше, азиатов побольше. Да, европейцы не так сильно показывают эмоции. Вот латиносы, например. Вы можете сказать, это латинская страна, а это не латинская. Вот. Греция, Испания, латинские. Латинские, они тоже показывают эмоции. Очень им сложно сидеть в тишине. Хочется говорить. Просто. Вот, все, что у них есть, они выбрасывают. Они не могут хранить это. А другой путь, вот ты можешь иметь эмоции и наблюдать за ними. Оба пути правильны. Кто-то делает так, кто-то так. И вот когда вы видите семьи, там бывают драмы, сражения. И тогда они чувствуют, что что-то происходит. И вот когда ваши эмоции очищаются, вы начинаете быть более тихим. До тех пор, пока есть эмоции, очень, очень сложно сидеть и быть тихим. Потому что эмоции бурлят. Очень бурлят. Жадность бурлит. Беспокойство выходит, проявляются. Как вы в медитации идете глубже. Эмоции очищаются. Как эмоции очистились, вы еще глубже идете. И однажды, в один день, вы окажетесь в пространстве, где никакой шум, ничто не может вас побеспокоить и тронуть там. Война вокруг вас будет происходить. Вы будете чувствовать, что ничего не происходит. Вы просто неподвижны. Отправляйтесь в социум, в большой город. Иногда вот европейцы приходят, когда европейцы приезжают первый раз в Индию, они смотрят на все это и думают, куда они приехали, это же сумасшедший дом. Тут бибикают, там два раза бибикают. Сейчас уже поспокойнее. Сейчас уже штраф за бибиканье. Сейчас ты побибикал, штраф тебе выпишут. Но когда я первый раз приехал на восток, в Европу, и ехал на машине, казалось, что я вообще один там нахожусь. Нет других машин. Но очень много машин едет, но нет никакого шума. Даже если они очень быстро едут, 120-160 км в час, 200 км в час. Ну, выглядит так, как будто ничего не происходит. А в Индии они 40 едут, и столько шума производят. Просто без какой-либо причины бибикают. Даже когда вы за рулем, у вас есть машина, вы за рулем едете, и за вами едут машины.
И перед вами машина. И вы не можете ехать быстрее. И задняя машина. Там водитель смотрит. Вы не можете ехать быстрее. Но он берет и бибикает. Просто бибикает. Он не понимает, что происходит. Ну, он даже знает, что вы не можете поехать вперед. Но он берет и бибикает. Делает беспокойство. Просто беспокойство выбрасывает из себя. Эмоции. Хочется выкинуть эмоции, покончить с ним. Нет расслабленности. Нет неподвижности. И когда я первый раз был в Европе, никакого звука. Машины не издают звуков. Это было очень удивительно для меня первый раз. Как вообще такое может быть? И все едут, и никто не бибикает. А здесь? Все ровно наоборот. Даже нужно тебе или не нужно, ты едешь и бибикаешь. Если вот большой трафик, повсюду велико, справа, слева, сзади. Потихонечку. Вот, если сон приходит, медитативный сон, окей. Не даже слушать не нужно. Идите в сон. Этот сон возьмет, он вас излечит и возьмет вас в глубину. Осознаваемый ум засыпает, а вот неосознаваемый с ним начинается работа. Вот осознанный ум уходит в сторону, а неосознанный ум туда идет эта энергия. Энергия прямо туда идет. В вашу темноту, в неосознаваемое. И когда энергия идет в темноту, она расчищает, она ее делает светом. И когда свет идет в темноту, темнота заканчивается. Вот, и когда такое приходит, это полностью хорошо, это окей. Сон приходит, может такое случаться. И через один час, после такого сна, вы будете себя чувствовать очень свежим. Даже если вы в медитации не получаете свежесть, вы получите в таком сне эту свежесть. Это очень хороший сон. Энергия излечивает вас. И что бы ни случалось, все в порядке. Идите с этим. Идите в это. Не нужно говорить «нет», не нужно говорить «да». Если можете проснуться, проснитесь. Если сон случается, идите в сон. Еще, может быть, вопросы?